Всем привет! Меня зовут Балакирев Никита. Я считаю, что знает успех. А сегодня я вам расскажу про поездку в Лондон. Вдыхает, что я был в Лондоне. Вот эта майка, которую можно, в принципе, купить на ближайшем вьетнамском рынке. Но будем считать, что я был в Лондоне. В Лондон я ездил не просто так. Мой канал был отобран в числе остальных. Один из перспективных для развития в целом. Будем считать, что мне крупно повезло. И это на самом деле так. Слушайте, ребята, а можно мне еще на камеру еще раз попросить? Камера 25. Окей. Собственно, это чашка, на которой написано Москва. Нет, не та чашка. Вот, на самом деле, та чашка, которую хочу вам показать. Здесь написано YouTube Academy. Creator Academy. Не видно, что на ней написано, но, вероятно всего, эта чашка была распечатана на трехмерном Google принтере. Там в Google все уже давно все печатают, и машины, и велосипеды, и компьютеры в том числе. Бронирование или в случае производства рекламы через AdWords, особенно это часто с всплывающими окнами бывает. Там будет система больше кликов и просмотров. Также там подарили вот эту штучку, которая обычно ходит девушка-стриптизерша перед роликом. Creator Academy. В целом нам объяснили, что такое основа продвижения и маркетинга на YouTube, как работает поисковый алгоритм. Идея такая, график. Затраченное время подготовки увеличится подписчиков, потенциальных просмотров от подписчиков. Что... Как вообще настраивать видеокамеру для того, чтобы снимать интересный динамичный сюжет? Лондон хотят взорвать. Теперь о результатах поездки. Я посетил офис Google. А самое главное, там везде стоят кофеаппараты, и все время можно брать фрукты и есть их. Представьте, как выглядит идеальная работа с идеальными коллегами в этом мире. Ну, в принципе, я думаю, это Google. Со всеми своими там вытекающими возможностями и последствиями. У них спортзал. Ну и еще, конечно же, также оранжерея. Ну, как они там вообще все ходят обычно? Для них это нормально. Обгоняй его, Тимур, обгоняй! Подписывайтесь на новое видео, ставьте лайк и вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока! Знание – это успех! Удачи вам!